Кызылорде в эти дни проходит открытый турнир по тоғызқұмалақ. Соревнования памяти государственного и общественного деятеля Налкожи Ергешбаева продлятся 3 дня. В турнире принимают участие около 80 спортсменов. Результаты будут объявлены 12 января. У нас в области проходит первенство среди взрослых и молодежи. Соревнования проходят в рамках отбора на чемпионаты Павлодарской и Алматинской областей. Лучшие по итогам отборочных будут представлять область на этих турнирах.